Ноктодириор альба, что означает «нападающая белая ночь», также известный как белая летучая мышь с острого черепа. Это был вид маленьких летающих млекопитающих из отряда грызунов. Это маленькое животное с строением тела напоминает летучую мышь. Размах крыльев составляет около 20 см, крылья состоят из мембран. Голова имеет большие уши и сильно уменьшенные глаза. Тело покрыто густым мехом белого цвета. Это безвредный ночной хищник, охотится на насекомых и мелких ящериц, которых находит с помощью слуха, обоняния и примитивной эхолокации. Его слабое зрение мало помогает ему во время охоты. Белая летучая мышь часто становится жертвой других, более крупных видов летающих крыс. Вопреки своему названию и внешнему виду, Ноктодориор не летучая мышь, а грызун. В процессе эволюции развились особенности, позволяющие вести активный полет и соответствовать летучим мышам. Это явление эволюции называют конвергенцией. Белая летучая мышь происходит из другого семейства, нежели остальные летающие крысы. Размах крыльев Ноктодориора альба достигал около 20 см, длина тела около 25 см, вес около 250-300 грамм, обитал по всему острову черепа. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ссылка будет в описании, поддержите проект.